июля 1945 года войска Первого Украинского фронта после длительной осады и упорных боев завершили ликвидацию окруженного гарнизона противника и овладели городом-крепостью Глагау, Глагу, мощным узлом обороны немцев на левом берегу Одера. В ходе боев за Глагау войска фронта взяли в плен более 8 тысяч немецких солдат и офицеров и захватили большое количество вооружения и другого военного имущества. Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление 1 апреля, овладели городом Шапрон, а также заняли на территории Венгрии более 100 других населенных пунктов. До 1 апреля в боях войска фронта взяли в плен более 10 тысяч солдат и офицеров противника. За 1 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и самоходных орудий. Сбито 40 самолетов противника.